Два зала музея Островского украшены работами студентов Сочинского государственного университета отделения архитектуры и дизайн. Сегодня в ночь музеев их увидят многие сочинцы и гости курорта. Это живопись, графика, батик, мозаика, витраж, декоративная штукатурка. Тематика тоже самая разнообразная. От космических пейзажей до старейших архитектурных зданий Сочи. Например, студенты попытались изобразить в необычной технике библиотеку имени Пушкина. Это аппликация из самоклеящейся бумаги, которая имитирует текстуру дерева. Яркая графика Сильвии Григорян, ее морская тематика впечатляющая и глубоко таинственна. Синие, голубые и все оттенки синего, то есть они мне очень близки. И моя как бы стихия тоже вода, и она мне близка. Поэтому я выбрала именно эту тему, пошла по этой линии. Вот, и, ну, океан или море, даже можно сказать, она, ну, эта работа напоминает именно сердце океана. Еще интереснее смотрится картина под названием «Энергия притяжения». Здесь студентка использовала смешанную технику. Гуашь сочетается с фольгой, салфетками и золотыми красками. Все работы студентов – это выражение чувств и эмоций посредством творчества, фантазии и мастерства. Этому учат ребят в университете. На торжественном открытии выставки учащиеся отделения дизайн-костюма организовали дефиле. Такие насыщенные краски в сочетании с выразительным кроем не оставят без внимания ни одну модницу, решили организаторы. Поэтому коллекция полностью созвучна теме выставки «Арт-позитив». Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.